Всем приветики! Всех с трудовой рабочей неделькой, чтобы неделька прошла замечательно. И снова долгожданные выходные. Ну а сегодня 22 ноября 2021 год. И неделька начинается, мне кажется, с самого приятного. Именно сейчас я назову имя этого счастливчика. Для этого нужно было вчера оставить под анекдотом самый прикольный и классный комментарий. Я уже говорила и снова повторюсь. Победитель будет один. И сегодня от меня лично он получит 500 рублей. Долго я не буду сегодня затягивать. И это... Дун-дун-дун-дун! Лариса Иванова. Лариса, спасибо тебе огромное за такой прикольный и классный комментарий. Ларисочка, не стесняйся, пиши мне в Инстаграм, мы с тобой там все обсудим, как тебе удобно перевести денежку. Поздравляю тебя с этой победой. Понятно, что небольшая, но все-таки приятно. Остальным также хочу сказать, не расстраивайтесь, все еще впереди. Впереди еще конкурсы, конкурсы и конкурсы. Поэтому никогда, я говорю, не останавливайтесь на этом. Все в ваших руках. Возможно, следующим будешь ты. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Разговаривают два соседа, и один другому говорит: «Слушай, ты слышал, как моя ночью стонала? Вот так их надо!» А другой отвечает: «Это ты еще не слышал, как она стонет, когда тебя дома нет!»